Неделя до самого ожидаемого события в Великобритании – королевской свадьбы. Принц Гарри поведет под венец американскую актрису Меган Маркл. Кого не пригласили на церемонию и сколько стоит наряд невесты? Все детали предстоящего торжества изучал наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. На поиски идеального свадебного платья невеста принца Гарри потратила несколько месяцев. Среди дизайнеров ходят слухи, что для бракосочетания актриса выбрала наряд от лондонского бренда «Ральфи Руссо». 135 тысяч долларов за него заплатит королевская семья. Меган способна стать иконой стиля в Великобритании и заменить на этом месте маму Гарри, покойную принцессу Диану. Меган элегантна, гламурная и к тому же активистка. Леди Ди была бы довольна такой невесткой. Уже известно, что шафером на свадьбе будет брат жениха, принц Уильям. А вот невеста не смогла выбрать среди своих подружек одну, поэтому решила обойтись вовсе без свидетельницы. После венчания молодожены проедут по улицам Виндзора, чтобы поприветствовать подданных. Для этого им пришлось выбрать одну из 100 карет королевской конюшни. Мы очень надеемся на солнечную погоду в день свадьбы. Эта карета без крыши, и в случае дождя придется заменить ее на другую. Именно эту карету использовали во время свадьбы старшего брата Гарри, принца Уильяма и герцогини Кейт. По королевским меркам это будет очень скромная свадьба. 600 человек приглашены на венчание, а вот на вечернем банкете будет всего 200 гостей. Изюминкой королевского меню станет свадебный торт. По желанию невесты, поклонницы здорового образа жизни, для его приготовления используют только органические и сезонные продукты. Впервые за десятилетия молодые нарушили давнюю английскую традицию и отказались от фруктового торта. Он будет совершенно другим. Это лимонный корж с сиропом бузины, украшенный свежими цветами. Среди счастливчиков, приглашенных на свадьбу, поп-легенда Элтон Джон, семья футболиста Дэвида Бекхэма и звезда тенниса Серена Уильямс. А вот британского премьера Терезу Мэй на банкете не ждут, как и американских президентов Дональда Трампа и Барака Обаму. Королевская семья решила провести совершенно аполитичную свадьбу. В следующую субботу в Виндзоре, где находится летняя резиденция Ее Величества, ожидают около 100 000 туристов. Они надеются хотя бы издалека увидеть жениха и невесту. Приезжих предупреждают, лучше им в этот день запастись едой и водой, ведь такое количество гостей в городке вряд ли прокормят. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».